В регионе стало меньше несовершеннолетних нарушителей. За последние 5 лет количество фамилий в списке стоящих на учете сократилось более чем на 1500. Результаты работы по профилактике в школах обсуждали сегодня на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Самарской области. Среди самых распространенных проступков – кражи, драки, употребление алкоголя и вождение автомобиля – лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Директора школы рассказали, что тенденция к снижению наблюдается за счет многообразия спортивных секций, объединений дополнительного образования и прочих внеурочных занятий, а также благодаря слаженной работе на всех уровнях, от родительского комитета до полицейских. В каждом образовательном учреждении создан совет профилактики, который держит ситуацию на контроле. Большую часть времени подростки проводят в стенах своих образовательных учреждений. Родителям, органам государственной власти, общественности хочется быть уверенными, что в течение учебного дня дети находятся под строгим контролем педагогов и членов коллективов учреждений образования.